Всех приветствую, дорогие друзья! Я Маргарита Шипила, и вы находитесь на канале «Секреты MLM бизнеса». Мне поступают в личку очень много вопросов, как выгоднее зайти в компанию Geltor System. То есть я развиваюсь на этой платформе, строю здесь команду, строю бизнес, обучаюсь, прокачиваюсь. И так как компания недавно только запустилась, соответственно, очень много людей, которые еще не знают всех вот этих нюансов, как сюда зайти или как правильно зайти, поэтому поступает очень много вопросов. И сейчас я вам отвечу на самый главный вопрос, как выгоднее зайти в компанию. Смотрите, друзья, в компании существуют две бизнес-модели, это тренар и бинар. Человек может зайти в тренар на несколько площадок и автоматом сразу в бинар. Либо он может зайти в тренар, поработать здесь и из дохода система автоматом ему прокупит места в бинаре. Какие существуют нюансы? Это вот нужно самое главное вот здесь понимать и вовремя принять правильное решение. Если человек заходит на три площадки, то он получает возможность, во-первых, обучаться сразу на живых вебинарах Александра Корнеева. И второе преимущество – система автоматом ему после закрытия трех площадок купит места в бинаре. Но она купит ему, друзья, 3 места. Но сами понимаете, что 3 места – это не 7 мест. Соответственно, чтобы вам иметь 7 мест в бинаре, вам дополнительно придется еще вкладывать $400. Поэтому я считаю, что этот вариант вообще не выгоден. Так как одни будут зарабатывать с 3 мест, другие будут зарабатывать с 7 мест. И работу будут они делать одинаковую абсолютно. Это то же самое, что существуют две уборщицы, одна полы моет в школе за 10 тысяч, другая полы моет в Газпроме за 100 тысяч. То есть работу они выполняют одинаковую, зарплату получают разную. У вас тоже здесь существует вот такой выбор, за какую зарплату здесь работать. Либо вы работаете и получаете зарплату с 3 мест в бинаре, либо с 7. Поэтому если вы планируете зарабатывать с 7 мест, то у вас есть всего 2 правильных варианта зайти в компанию. Это купить 3 площадки и оплатить сразу 7 бизнес-мест в бинаре. Это для тех людей, у кого есть деньги здесь и сейчас. Вот у вас сейчас есть деньги, и вы можете сразу купить 3 площадки и 7 бизнес-мест в бинаре за $811. Если у вас денег нет здесь и сейчас, но вы планируете в дальнейшем зарабатывать 7 мест в бинаре, соответственно, вам нужно зайти на $211. Вы покупаете 4 площадки в тренаре. Раз, два, три, четыре. Все, больше вы тратите семейного бюджета, ничего не будете. То есть вам больше не нужно будет ничего вкладывать дополнительно. Если зайдя на 3 площадки за 111, вы еще вынуждены будете доплачивать $400, что в итоге выходит $511, то зайдя на $211, больше вы ничего из семейного бюджета не берете. Как только у вас закрываются 4 площадки, то есть вы пришли работать, вы строите команду, и вы приглашаете 3 человека, 3 партнера. Ваши партнеры повторяют вас, вы помогаете им выполнить этот план минимум, у вас закрываются 4 площадки, и вы зарабатываете сумму, из которой система вам проплатит 7 мест в бинаре. То есть вот он выгодный вариант, чтобы вы больше ничего не доплачивали, но у вас, тем не менее, было 7 мест в бинаре. Поэтому, друзья, для тех, кто думает, на какую сумму зайти, можете зайти на любую, даже на $10. Но этот путь, который вы пройдете до хороших денег, до которые уже можно, знаете, так это подержать в руках, будет очень долгим, нудным, и я думаю, что вам он просто надоест, и вы устанете двигаться по этому пути. Ну, если только вы не супер, гипер, мега активный партнер, который видит свою цель и не видит препятствий. Если же вы обычный человек, у которого есть какие-то домашние дела, и там дети, семья и так далее, то, соответственно, вам будет проблематично. И вы просто устанете двигаться по вот этому нудному пути. Поэтому и моя рекомендация вам все-таки поднапрячься и зайти на 4 площадки, как минимум, чтобы в дальнейшем выполнить работу
которую выполняют абсолютно все, и система вам могла активировать 7 бизнес-мест. И тогда вы будете зарабатывать с 7 кошельков. Вот представьте, у вас есть 7 кошельков, с которых вы получаете деньги. Это гораздо вкуснее, чем 3. Поэтому моя рекомендация – зайти в компанию Jeltor System можно только на 2 варианта. Либо на $811, либо на 211. Больше вариантов нет. Если кому-то эта информация была полезна, ставьте лайк, пишите комментарий, если вы что-то думаете по этому поводу. Если вам еще что-то здесь непонятно, также пишите комментарий или пишите мне в личку. Контактные данные под этим видео. С вами была сегодня Маргарита и канал «Секреты MLM бизнеса», где я делюсь возможностями, которые использую для заработка в интернете. Всем пока!